Народ башен и гор. Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи стартовала неделя культуры чечено-ингушских народов в рамках проекта «Владимир интернациональный». Он реализуется с 2013 года. За это время прошло 10 тематических недель. Чеченцы и ингуши считают себя одним народом, с одной историей, с одними легендами, тайнами, мифами, с одной с очень глубокой связью друг с другом. В течение недели в библиотеке гости смогут познакомиться с особенностями культуры, традициями и бытом чеченцев и ингушей. Например, 4 октября пройдет виртуальная экскурсия по самым известным достопримечательностям Чечни и Ингушетии. 5 октября владимирцы окунутся в мир национальной кухни, а 6 пройдет мастер-класс по лезгинке. Сегодня на территории Владимирской области проживают не только чеченцы и ингуши, и терские казаки, и гребинские переселенцы 90-х годов. И русские, и армяне, и азербайджанцы. Вот как раз, чтобы не отделить их всех, мы и назвали общественную организацию в войнах. Наши люди. Стать участником недели культуры чечено-ингушских народов можно до 6 октября. Достаточно прийти во Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи на улице Мира, 51. Арсений Хуторской, Игорь Липский и Виталий Сергеев. Губерния 33.